друзья, с вами Just Max. И сегодня мы поиграем в игру под названием Please Don't Touch Anything, сокращенно PDTA. Если что, это мобильная версия игры, хотя эта игра идет на компьютер. Но если вы хотите смотреть по ней летсплеи, пишите в комментариях. И если мы наберем 5 лайков, я выложу следующую часть и оставлю под этой частью ссылку на скачивание этой игры. Ну что, начинаем? Так, так у нас двигаться. Приближать там. Эй! Эй! I need to take a bathroom break. Just stay here for a minute. Я ходил в ванную. Можешь просто оставаться здесь. Did you ask what that panel's for? Oh yeah, don't worry about that panel. Just stay here. I'll be right back. And don't touch anything. Ничего не трогай. Так. У нас есть кнопка. Мне кажется, все хоть раз хотели нажать на кнопку, на красную кнопку. Давайте нажмем. Вот какая-то штука. Какая? Давайте включим. Опа, я планету взорвал. Нормально. Так, сюда, да? А. Мы взорвали планету. Как это называется? Я не знаю, как это переводится, но типа, я люблю mushrooms. Пишите в комментариях, кто знает, как переводится. Так, вот здесь у нас отображаются пройденные концовки. Пока что тут их очень много, как вы видите. Пока что я прошел только одну концовку. Еще я смотрела летсплей по этой игре, я видел, что если собрать весь мусор и положить его в мусорку, то тебе дадут ачивку, ну, тоже концовку одну. Давайте попробуем собрать весь мусор. Так, вот еще мусор. Такая музычка играет, прикольная. Вот еще мусор, так. Hey, thanks for picking up all that trash. The station director would fire me on the spot if she saw what a mess this place was. Okay, I'll be back in a minute. Вот, да, ачивка. Концовка. Короче, я не помню, что он там прям сказал. Он сказал, типа, эй, спасибо, то, что, типа, убрал мусор. И что-то он сказал про директора, типа, если сходи к директору, возможно, тебя повысят. Не понял, что он сказал. Так, давайте еще раз нажмем. Еще раз нажмем. Ага. Так. Эти циферки я тоже видел в прохождении. Там нужно было вроде бы нажимать. Да, все, я правильно запомнил. Теперь у нас появились какие-то штучки. Так, а, это еще и наполнять надо. Появились циферки. Так. Еще очень много говорили то, что в комнате всякие подсказки, цифры находятся. 3700. Давайте попробуем 3700. Так, нет, не подходит. Так, а 8008. Так, давай попробуем нажать. Ага, стрелочки. Давайте нажмем назад. Кажется, у нас следующая ачивка. А, мир динозавров, я понял. Юрский период там, все дела. Да, вот видите, там динозавры все. Короче, я понял, но я могу сюда. А, она туда идет. Давайте попробуем то же самое сделать. Только
же самое сделаю. И нажать вперед. Да, еще следующая ачивка. Так, давайте, вот я запомнил, как делаются вот эти циферки. Попробуем в эту сторону. Ага. О! Ого! Все это реальность. Выход. Написано вот здесь вот. Я вот выход. What is a TPS report? Это я не знаю, как переводится. He is not gonna... Он больше не вернется назад. Что написано? А стадия обучения, обучаться, возможно, не знаю. Иллюминаты. Ого, кто-то любит. Ага, пентаграмм. Кто-то любит по стенам ходить. Тоже опять написано выход. Зажми, задержи свое дыхание. Трогай все написано. Так. Килрой was here. Килрой был здесь. Touch everything. 3, 1, 2, 1. Третья планета. Что? Третья планета что? От Солнца? Давайте это вот это вот. Тут вот. Снизу. А чё с ней не так? Ну ладно. Why can't I change the station? Почему я не могу выбрать станцию? Ну, типа радиостанцию. Так. Ага. 078. Так, тут это уже... 4, 1, 2, 3, 4. 16 уже дней кто-то провёл. Крестики нолики играл и улетел. Да, странная вещь, тут так пишет, что закрыто. А, вот, вот здесь еще больше всего. Морзе. Азбука Морзе, наверное. ДНАй. Так, я так понимаю, что это будет какая-то дополнительная концовка, потому что. Если убрать, тут, видите, нету листочка. Наверное, будет дополнительная концовка. Кажется, я понимаю, что вот с этим мне нужно будет учить азбуку Морзе. Ой. Мы снимем 8 минут. Так. Давайте посмотрю еще вот цифры 55078. 078, хорошо. А, вот тут еще всякие штуки. Так, что там написано? Я не вижу. Короче, тут всякие завабулинки. Блин, я реально забыл опять. 078, 55, 078. Так. А, вот тут уже заново нельзя, да. Смотрите, принтер есть. О, я что-то нажал. Коррект, правильно. Он писал, что правильно вверх, вниз, А, видите, перевернуто. Наверное, должно быть правильно вниз, вверх, вверх, вниз. Типа, да. Так, архив. Кстати, вот тут мы когда вот этой штукой, вот этой вот, делались, было написано стадия, вот, обучайся.
стадия обучения с английского. Ага. 8267. Давайте попробуем ввести. Так, Тоже смотрел вот это вот обучение. Это я слышал, там нужно звезду какую-то составить. Видите, тут нужно нажимать, и нужно там вроде пентаграмму составить, звезду. Короче, это мы уже, наверное, будем делать в следующей серии. Три, один, два, один. То есть нужно мелодию заставлять, да? Слышите, да, слышите, играет музыка на фоне. Посмотрите, послушайте просто. Сейчас. Слышали, да? На фоне такое вот тут. Ну да, видите, неправильно. Тебя слушайте, подождите, я вот хочу просто попробовать. Блин, короче, не знаю. Но я в конце запомнил, что в конце вот этот звук. Да. Короче, пишите в комментариях, предлагать ли мне игру. На этом все, можно заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кстати, я слышал такой миф, типа, на YouTube такой прикол сделали, что кнопка подписаться, она должна быть серая, а ее перекрасили в красный. Но изменить это можешь только ты, сделав ее серой, нажав на нее. Ну, на этом все. Всем удачи и всем пока. А, ну, колокольчик-то не забывай ставить. Все, спасибо. Пока.